ماشي، قرر ببرز العضو المنفصل من السمك والجراد والآدمي. Если отделиться орган тела от рыбы или от саранчи от человека, наجس или не наجس. قال النووي وأما العضو المبان، مبان то есть отделенное، то есть орган тела, который отделился من السمك والجراد والآدمي от рыбы или саранчи или человека. كيده как например его нога ورجل рука то есть ورجله или нога وظفره или его что ноготь. ففيها كلها وجهان. То в этом во всем есть у нас два мнения. Асахуха, то есть два мнения. Одни говорят, что это чисто, другие говорят, что это наджис. Асахуха тахаратуха. То есть самое достоверное в шафийском асхабе говорит у нас то, что это все чистое. Тахир. Вама сахаху нови его сахи. То есть Мухаммад Хизам говорит, действительно, то, что посчитал правильным его нови, действительно является правильным. Так? Лянна лхая и дахарахат ассамак. Ауль джарат, ауль адами, фейну тахир. Потому что если жизнь отделилась от рыбы, от саранчи, от человека, то есть жизнь ушла от человека, так? Фейну тахир, то человек остается чистым, так или нет, хоть он и мертвый. Показали кизафара под баллаху. Также если часть его отделится от него, так, то есть жизнь уйдет от части органа его, так, то фейну тахир тоже является чистым. Ого, каулин ханабель айран. И это также мнение ханбурит. Понятно мне? Второй вопрос понятен? Раджих ясен? Да.